Всем здравствуйте. Мы на даче. Сегодня 22 сентября. Дача встречает нас солнышком. Правда, у нас уже похолодало очень давно. Где-то недельку холод держится. Холод — это 12 градусов днем. Сегодня обещали 18. Мы решили приехать на дачу. Покажу вам Канну отцвевшую. Вот она какая уже печальная. Но еще продолжает цвести. У нас ночью было очень холодно. Смотрите, какие семена интересные. Какие хорошенькие. Вот. Шарики такие. Как-то рано у нас в этом году похолодало. Я не была неделю на даче. Приехала, конечно же, немножко все такое, знаете, ну, осенние. Осенние, да и все. Живучка. Видите, какая? Люблю я ее осенью. Рядом гейхер, а вот живучка. Она прям осенью приобретает какой-то такой... Не, она летом тоже хорошенькая, но осенью она еще лучше. Мне так кажется. Покажу вам, я обрезала клематис. Я вам показывала уже его. Вот он как меня видно. Не хотелось бы тень делать, тенечек делать. Вот смотрите, цветет. Вот так, может, отсюда зайду. Вот тоже. Клематис расцвел по-новому. Я уже говорила, он у меня заболел. Начали желтеть, сохнуть листья. Ну, как грибок, наверное, быстрее всего. Я его весь убрала под корень, и он немножко вот где-то сантиметров 90, ну, метр от силы. И по второму кругу цветет. Даже очень даже приятно. Как для осени, так приятно. Там солнышко, но сейчас нас, в отличие от летнего солнца, это солнышко нас радует. Меня радует. Потому что вот я выхожу на солнце, здесь тенечек получается. Видите, как домик закрывает. А там солнышко. И тепло-тепло. 18 градусов. Это тепло. Рассадила я осоку мороу, не показывала вам, как рассаживала. Было очень холодно, не хотелось даже съемку делать. Ну вот меньше сделала, кустик сюда оставила маленький. А самый главный материнский куст, сейчас подойдем. Так. Вон розочка новенькая расцветает, посмотрите, какая хорошенькая. Хорошенькая. Вот я ее сюда посадила. Вот материнский куст. Лейка мешает. Вот так. Ой, упала лейка. Ладно. Вот материнский куст. От него очень тяжело делится. Также все-таки овсяница. Или овсяница, правильно. Так же само. Там кочка такая корневая. Мочковатый корень. Он не глубокий. Это осока мороу. Но тяжело распутывается такой весь. Плотненький корень. Хотела показать, но не получилось. Лавандочка цветет, но на солнышке, может, и не видно. Цветочки, наверное, не видно. Сейчас пойдем туда. Здесь у меня была гортензия метельчатая, я ее отсюда убрала. Горит она у меня. Это вот такая, больше терракотовая. Там желтенькая. Все как-то в этом году побыстрее. Похолодало рано. И побыстрее все начало. Вот смотрите. Платикодон. Листики уже бронзовеют. Сейчас подойдем туда дальше. К этому. Он еще продолжает цвести. Это вторая волна цветения. Вот он. Но листики говорят о том, что уже... Ему холодно. Он обычно позже такие листики делаются с ним. А это, видите, ночи холодные. У нас были ночи даже ну, где-то градусов 5-4 тепла. И вот ему уже некомфортно. Хотя бутоны есть. Бутончики есть. Вторая волна. Даже еще хотят идти. Стебелечки, вот они.
Ну ничего. Сейчас подойдем с этой стороны. Петунию уже надо выдирать. Уже видите, какая уже лысеет и лысеет все уже. Ну, осень, что говорить. Здесь тоже хризантема. Красненькая, и здесь красная. Это я вам показывала, это материнские кусты, они уже старые. Нужно будет, может, убирать со временем. На гортензии еще вон цветочек более-менее 1-2. И все. Все посвязала. Немножко позеленело, наверное, от холода или не знаю чего. Может, больше солнца попадает осеннего сюда, потому что по-другому светит. Здесь днем больше тени. Лаймовая лихера, видите, вон она какая-то сделалась. Ну, все равно красивый цвет, очень красивый цвет. Она чуть-чуть позеленела. Как бы не такой цвет. Вот неделю я ее не видела, она приобрела, более зелени появилась. Так она желтее была. Ну, это у меня мраморная лихера. Продолжает цвести анемона. Вот она какая. Смотрите, как внизу наросло еще больше листиков. Хорошая, нравится мне. Я уже говорила в видео каком-то, что это у меня первый год. Поэтому я вот с ней как бы не знакома. Ну ничего, знакомимся потихоньку. Вот такая гейхера тоже хорошо себя чувствует. Вот она какая. Ну, конечно, печальная немножко картинка, без цветов. Ну, повторяю, 22 сентября на улице. Вот так смотрится сейчас от калитки вход. Герань еще неплохо себя чувствует. Там я много повыдирала уже в этой грядке. Много убрала колиусов, все уже. Не хочется мне, чтобы они были. Мне там надо кое-что подсаживать, уже обрабатывать розы нужно. Поэтому убираю потихоньку колиусы. Пойдемте покажу, как цветут флоксы. Правда, они зацвели уже неделю тому назад. Вот они, смотрите, красоточки. Вот вторая волна. Смотрите, как хорошо. Вторая волна флокс. Такой же аромат издают, то же самое. Аромат прекрасный. Правда, шапочки поменьше. Но все равно ситчик такой, правда? Вон туда тоже идут, смотрите. Сейчас подойдем туда. Можем не подходить. Вот такой ситчик сейчас. Хорошенькие. Это такие ярко-розовые. Может, на солнце не показывают. Здесь немножко другие. Белая тоже. У меня не было недели, я уже говорю, что кое-что перецвело. Но это же осень. И вообще в саду каждый день все что-то меняется. Но флоксочку я вам показала. Вторая волна цветения. Вон там тоже. Это очиток. Два вида. Видите, один розовый, а другой такой пурпурный, терракотовый. Такой цвет. Тоже цветут. Вон они, какие красотки.